Всем привет, это Альвина Салте и новая серия Nevercraft. Вот я делаю зелье взрывное, лечебное для этих вот своих зверушек. Думаю, ну, надеюсь, поможет, хотя сильно сомневаюсь, ибо они имеют такую вот странную особенность лезть везде, куда не надо. Всякие... Ай, да, я еще забился даже вот этот один... как видите, 320 стеков уже этих штуковин, и я не знаю, надо идти искать этих продавцов, то мне уже надоели эти деньги. Ну, не в прямом, конечно, смысле, деньги они никогда не помешают, но в таком количестве... Ух ты, сколько ж у вас тут... так... Так, где этот? Оу, вот он. Ну, проверим, лечит ли она. Что, и все? 15. Ну, смотрите, можно еще восстанавливать. Правда, очень мало ему восстанавливать. Невыгодно, выгоднее нового вызвать. Хотя, если вы привязались к этой зверушке, то надо... Но, здрасте. Вас мне только не хватало. Вот, как видите, я выкопал тут всю площадь. Раскопал ее. Освободил от камня. И сейчас планирую, как это сказать, давай, убивайте. Они заразы такие. Ну, сдох, блин, давай, помирай, блин, посмотрим, что будет из этих убить. Все равно я из них деньги взять не могу. Торгаши гребаные, появляйтесь, когда не надо. Так, ничего, все равно их убью. Вот, что я решил? Я решил повзрывать тут немножко, бим-бум-бам сделать. Но, к сожалению, это уничтожит моих товарищей. Ой-ё, меня зацепило, нифига себе усилие-то. Ну, лень мне просто копать, ой-ё. Бах. Ну, а, как видите, взрывные работы, они довольно-таки удачные. Ну, а вам это быстрее всего будет неинтересно. Просто карьера тут нету, ничего. Сейчас я давайте спинг убьем. О, как он красиво разрывает, а. Так, ставим еще одну взрывчатку и подзрываем. И вот таким макаром собираюсь вот вычислить площадь. У тебя еще много жизни? Ну, еще много, нифиг под удары лезть. Вот. И еще, кстати, я нашел, все же удалось мне найти эту самую, ладно, черт с ним, с этим порохом. Пороха у меня полно. Вот, вот таким способом я пытаюсь избавиться от камня. Ну, лень мне ковыряться, взрывчатки-то у меня хватает. Так, опа, и мама родная. Да, хотя вот говорят, вроде бы как, если поставить их вот таким способом, то, подождите, как-то вот так, да? Не уверен, конечно, что так. Так, раз, два, вот как-то таким, так, да, через вот такое расстояние, то сработает цепная реакция, да? Давайте проверим. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И чё? Не сработало. Чё не сработало одна? Обидно. Наверное, через одну надо ставить. Ага. А если поставить их через одну? Ну, такой вот... как это? Уроки... юного взрывника. Так, подожди. Киска, иди отсюда. Покемон, иди отсюда.
Кактусы у меня растут, так что мне ничего страшного насчет покемонов. Так. Ну, проверим теорию. Прощай, покемон. Быстрее всего тебе хана будет. И что, не сработало? Странно. Как же сделать, чтобы цепная реакция была? Непонятно. Вот, имейте в виду, что карьеры рыть можно даже и в ваниле. Хотя тут есть какое-то оружие, которое это дает. Ладно, вам это не интересно. Давайте сходим. Блин. Так, эти мне деревья, это вообще-то не очень. Вот, слава богу, у меня есть мое любимое оружие. Яичко не помешает. Так, идем в дом. Да ё-моё, сколько же у вас тут всяких тварей шляется. Опыт у меня набрался только 58. И, как обещал в начале серии, решил все-таки сходить в этот мир, найти этого цветочного босса. Так, наверное, это я пока оставлю. Золото как-то неохота мне с собой брать. Ладно, ой, камень не нужен. Это, о, кинем там яичко, вдруг повезет. Ладно, я сейчас, короче. Ну вот, как и обещал, я взял лодку оттуда, вот. Ну, лодочка, поплыл и нашел вот такую вот. Ой-ой-ой, не то нажал. Вот такую штукенцию, как вот видите. Это, как я понимаю, домик этого самого, в котором мы можем вызвать босса. И я думаю, что мне его удастся, точнее, так, ой-ой-ой, так, о, все, выбрался, так, ой-ой, так, так, смотрим, Unbreakable Steam. Steam пар, что ли? Ну да, он брикабля. То есть, вы хотите сказать, мне вверх подниматься надо будет по лестнице? Ой-ой-ой. Входа, я так понимаю, ну, как я плавал вокруг него, входа нигде не было. Поэтому, что ж, я тогда пытаюсь забраться наверх и увидимся. Так, слышу по звукам, что-то там многое бегает, поэтому я выпил зелье и вот решил так. Ух ты ж, блин. Иди отсюда, сквыш. Иди ты тоже отсюда, я не хочу падать. Иди отсюда. Ух ты ж, блин. Как наверх забраться, так, чтобы там закрепиться. Довольно-таки... Ой-ё. Иди отсюда. Иди. Ну, ладно, возьмем. Блин, дофига там этих мобов. Как ни странно. Ну. Так, будем по-хитрому. Агрить их. И... Иди отсюда. Так, еще есть желающие. Блин. Во. Я тут. Так, сквыш, очищаем тут от всех этих вот товарищей, надеюсь, очищу. Так, все. Где-то кто-то ходит. Так, фонарики. Эти, надеюсь, помогут. Так, что у нас внутри? Внутри у нас, надеюсь, там будет какой-нибудь... А внутри у нас что, ничего нету? Внутри у нас какой-то черный хрень. А где этот самый? Тут же должен быть этот, как его называют. Да, блин, опять этот дождь. Так как он меня задолбал. Извиняюсь за выражение. Только стоит зайти записывать, обязательно должен будет этот дождь. Что, мне опять креатив включать, что ли? Так, где-то ходят. Наверное, внизу.
А его не разбить, что ли? Ну и как в него попасть вовнутрь? Вы что, издеваетесь? Внутри что-то бегает. Так, возьмем кирку самую пупер супер пупер мупер. Так, кирочку. Black pedal не разбивается. Вот таким вот макаром. Хм, странно, а как туда попасть? Ай-яй-яй-яй-яй! Ты сквыш! Иди отсюда. Так, поплавали мы вокруг. Может, все же пропустил где-то вход или что-то в этом роде. Ну, блин, и что? Опять не так. Хотите сказать, мне под него подкапываться надо, что ли? Интересно, так. Так, ты иди нафиг, ты тоже нафиг, ты тоже. Ладно, я высажусь на остров и попытаюсь под него подкопаться. Увидимся. Так, значит, я подкопался под этот, значит, как он называется, под эту башню. Как видите, вот. Ну, что-то я входа не вижу. Хотя вот если опуститься ниже и нажать карту, то вот видно, что там еле-еле видно. Но там, по-моему, как бы как что-то вроде... Это не так. Вот очень где-то в каком-то месте очень хорошо видно было, что там лабиринт. Так, наверное, ниже надо опуститься или как тут... Вот, что видно, что там что-то вроде лабиринта, но оно как-то, я не понимаю, как туда попасть. Внизу прохода нету, пробовал плавать вокруг, прохода нету, то ли баг какой-то, то ли... Ну, я не вижу другого способа, как только начать немножко есть четыре... Так, подождите, высота 65, вода у нас 67, а сама башня, так, подождите, а насколько находится башня? 67, да? Башня у нас находится 61, 62, 67, а, значит, где-то вокруг должно быть, зря, наверное, землю сжег. Блин. Так, 65-67. Так, на наш проход где-то, да, может, все же он есть. Только я его не вижу. А вот что-то есть. А все же я врал. Проходик есть. Ага. У нас, оказывается, тут лабиринт. Вот оно как. Вы смотрите, а? О, хитро придумано, а? А я уж хотел читерить, так. Плохо, что тут вода, конечно. Ладно, я тут поплаваю, поищу проход на второй этаж. Вот, нашел проход на второй этаж. Ну, судя по стенкам, то он должен был быть. Так, лабиринтик. Тоже неплохо придумано. Еще при условии, что стены не ломаются, мы должны... добраться наверх. Так, тут не пройдем. Так, в этом случае... Так, тут глухо. Значит, забираем, ставим камень, чтобы сюда зря не ходить. Опыт Twilight Forest у меня есть. Так, может сюда пойти. Так, лабиринт. Только вопрос, куда мне сейчас идти? Ой. Так, тут... Ладно, я поищу проход на третий этаж или какой-нибудь. Так, нашел я проход. Тут, оказывается, проходов нету, а проход вот был спрятан
Вот тут, ну, не знаю, интересно или неинтересно, но может информация пригодится. Она идет вдоль стены, почти что вокруг. И вот тут тоже закрыто, и мы имеем доступ к третьему этажу. Вот он, третий этаж. Или какой это уже, сбился счета так. Ну что, идем дальше искать проход. Наверное, на четвертый. Сколько тут этажей, я не знаю. Ладно, пауза. Все, поднимаемся на следующий уровень. Блин, еще один лабиринт. Да ё-моё, сколько еще не могу тут. Ну, тут, по идее, башни поуже, то должны быстрее найти. Так, тупик. Тупик. Так, не знаю, может, вам интересен будет процесс, как я нахожу эти проходы. Так, тут что у нас? Тут я ходил. Так, ставим сюда. Тупик. Так, тут тупик, мне сюда идти не надо. Так, дальше, что тут у нас? Темно у нас тут. Так, тут тоже тупик. Ставим кирпич. Сюда не ходить. Так, пока мы сюда свет ставим. Так, вот еще проход. Так, тут у нас темно. Во-во-во-во-во-во-во. Что-то похожее на. Так, вдоль стены. И мы тут закольцевались, да? Угу. Не туда. Так, мы ходили сейчас сюда, да? Вот. Так, это мы ходим по кругу. Так, этот не нужен. Где наш источник света? Ставим кирпич. Так, сюда тогда пошли. Темно, ставим фонарь. А, во. Вот тут у нас уже что-то темное. Может, разбивается? Не, а. Блин, как тут пройти? Ладно, вернусь. Фу, поносился тут и немало, тут навороченный проход. У-у-у, сколько ж вас тут, товарищи, по одному, давайте, давайте, по одному. Слава богу, тут каких-нибудь спецмобов нету. Так, кто тут еще есть? И вот она, место нашей цели, да? Вот он, алтарь, я так понимаю. Здесь у нас должен быть появиться босс. Точнее, должен быть появиться босс. И здесь у нас появляется босс. Вот в эту штуку, еще раз повторю, кто не помнит. Так, где они эти штучки, дрючки, такая штучка. Так, ну давай, не думай. Так, где они эти наши штуки? Так, блин, вот не вижу их. Так, извините, сейчас найду. А, его нашел. Значит, вот как вот видите, у нас тут 5 таких вот штучек. Small Range Pedal, вот эти вот педали. Их надо активировать в данж и получить вот этот вот педал пайл, который приносим сюда, тыркаем вот этот вот, как я понимаю, как он называется, алтарь, который, ага, сломать нельзя. У нас тут заспавнится большой цветок, который мы сможем убить и получить няшки. Какие няшки тут мы получим? Это там, по-моему, большой меч и еще что-то так. Босс. Босс. Вот. Все. Миссия выполнена. В этом мире пока на камеру мне делать нечего. И все, что можно было, я нашел. Дальше уже там закадровая работа, всякие там интересные штуки делать. Вот. И пришло время, наверное, идти в другой мир. Так, дома я. Вот, и пришло, наверное, время идти в другой мир. Ладно, я тут еще немножко поработаю и вернусь. Ну ладно, вернулся я к своему спавнеру. Благодаря тому, что у меня тут два спавнера, я сделал вот такой вот навесик. И теперь у меня, как бы говорится,
два в одном, я могу и тех губить, и вот этих лягушат, кузнечков, или как они там, и вот этих. И мне осталось задолбить вот одного этого товарища, чтобы выбить из него зеленый этот педал, потому что, по-моему, все четыре вида у меня есть, а зеленого нету, и зеленый выпадает только из тех. Ну, я так понимаю, у них... И попробовать сделать вот эту вот, как она называется, пыль для вызова босса. Ну, вызывать его пока не боюсь, честно скажу. Врать не буду. Так, ой-ой, только отравлять мне не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо. Было бы неплохо, конечно, чтобы... Я тебя тут побьюсь, блин, давай. Благодаря зелью силы это делается довольно-таки неплохо. Это иди сюда, кузнечик. Денежки мне не нужны. Так, в принципе, можем встать сюда и скинуть деньжат. Вот. Вот. Ну, ладно, когда я, надеюсь, выбью все же эту хрень, я... Ага, из этих даже... Ой-ой-ой-ой-ой! Так, из этих убедаю Vox Pond Realm Storm. Эй, товарищ! Ой-ё! О, еще одна пушка. Которой толку никакого, блин. Ладно, вернусь. Фу, блин, помучился я немало. Выбил две пушки. Один став, которым я не могу пользоваться, потому что надо энергии рун, которую я не могу сделать. Но выбил Small Pedal. У него шанс 2%. Вот, так что я сейчас, наверное, слетаю домой. Я, блин, вот добью вот этих. Вот не могу я остановиться, не добив этих стрекочущих тварей. Так, ладно, за кадре. Так, сделал себе новый ящик, наполняю его монетами. И так, вот, я имею этот педал, который я спер с того мира. Так, у меня есть вот этих... всех по единице, оказывается, они все нужны. Правда, вот из этой делается бронька, из этой, по-моему, тоже, из этой тоже броня, и вот из этой броня. А это, я так понимаю, чисто для босса нужна, такуса. И, как видите, ее довольно-таки много нужно, но она очень редкая. Вот эти, если без проблем. Так, теперь... О, вот она, эта штука. Только я, конечно, сейчас на данный момент, честно скажу, очкую. То есть вот этот педал вы можете взять с собой. Ну, ладно, поставим, пускай будет декоративный блок, куда мне его еще девать. И использовать вот тут вот, по вызову этих боссов. Правда, вот эти фармить штуки вам придется долго и упорно, вот. Не знаю, наверное, на данный, по данному миру все. В следующем я собираюсь идти в этот мир, который мне дал Терестериан. Этих, как помните, два портала, которые, правда, я их разобрал, где-то я тут блок кинул, где их, вот они, Lunar Bricks, вот я его разобрал, снял вот это вот Грасс, вот эту вот всю, вот. Ну, пойдем в другой новый мир. В этом вроде бы я что мог показал. То есть там мы получаем неплохое оружие. Это, потом вот этот вот гарнир стрельбу. Можем выбить вот этот, который стреляет, который, ну, честно говоря, мне не очень нравится. Потом вот этот вот арбалет, который мне он понравился. Выбить флору даты кит и еще много всякой хрени. Вот, и даже выбить это. Но для него надо лайф руны, энергии руны, которые... Мы получим, прокачав наш, так, какой там, получив очень большой уровень этих самых рун,
руны, как я помню, прокачиваются очень долго и упорно. Ну и попробую добить 59 уровень, чтобы начать убивать дракошек в этом миру, где много злых и диких обезьян. Ну, где я выбивал вот эти, блин, забыл, ну, саблезубый мир этот, вот. Надо уже чинить эту. Интересно, сколько это стоит. Кстати, кто не знал, можно чинить предметы ложем. Так, стакс 33 уровня. Ну, а если поменять, 27 уровней. Надо будет покушать и восстановить вот эту вот штуку. Также я не помню, показывал, не показывал, посадил себе... О, эти. А, это сегодня этот же... Ночь живых мертвецов. Сегодня все эти лунарки вылазят. Красненьких нету этих товарищей. Нету. Вот. Ладно, встретимся в следующей серии. Пойдем в Лунарум, по-моему, так этот мир называется. И это был Альбинос ЛТ. Ставьте лайк, если понравилось. Ставьте дизлайк, если не понравилось. Ну, пишите за что, чтобы я мог... чтобы я больше не допускал такие ошибки. Пока.